Добрый вечер, друзья мои. Ну что, показываю вам свою масочку. Сначала протираем лицо мицеллярной водой, под глазами ничего не трогаем. Лицо у нас чистое, промытое. И сейчас только вот так дополнительно понемножечку так протираем. Также шейку, зону декольте и, конечно, руки по локоть. Далее, друзья мои, вот такая у меня рисовая жидкость. Ой, плохо. Плохо видно ее. Ну, вы ее видели у меня. Вот так берем, намачиваем. И вот так вот все щедро, щедро, друзья мои, смачиваем. Прям хорошо, хорошо, хорошо. Не жалейте. Вот так. Лицо, шейку, декольте и потом ручки. Вот так все помажете несколько раз, чтобы хорошо все впиталось. Если бы, конечно, мне это не на камеру, я бы, конечно, взяла, просто умылась и все. Вот такую маску можно делать через день. Можно через два. То есть никакого вреда от нее нет. Ни аллергии от нее нет, ни навредит она ни коже, ни глазкам, ни губкам. Вот, кстати, губки я тоже помажу. То есть будет только положительный эффект. Друзья мои, не ленитесь. Делайте вот такие маски. Они очень и очень полезны и очень хорошо питают кожу лица. Поэтому я, конечно, лодырь. Ой, я такая лодырь. Раньше я и со смородины, и летом так вообще. Со всяких ягод я делала маски. И делала, морковь натирала. С медом я делала. И творог со сметанкой я делала. Ну, то есть, какие маски только я не делала. Я не ленилась, мне это нравилось. А сейчас я стала просто лодырничать. Ну, возраст, что хотите. Кстати, вот руки обязательно помажьте вот рисовым вот этим вот отваром, жидкостью вот этой вот. Я сегодня помазала ручки лимонным соком. Ну, вот они тоже уже такие, ну, старчество, что хотите. Друзья мои, всем всего доброго, хорошего, доброй ночи. Пока-пока.